Здравствуйте, в эфире канала «Россия-24», информационная программа «События недели», в студии Дарья Тындит. Изношенные водопроводные сети – проблема многих регионов России, но она успешно решается в нашей республике. Так, на территории станицы Кордоникская идет реконструкция водопроводных сетей общей протяженностью 82 километра. Подробности у Али Баташева. Шум работающей техники нарушает тишину тихого летнего утра. По улице Гвардейской идет прокладка траншеи для водопровода. Подрядчик работ – компания «Строймонолит». Старым асбестовым трубам, по которым сейчас осуществляется подача воды, около 60 лет. Их заменят на новые, пластиковые, с более продолжительным сроком эксплуатации и увеличенным диаметром. Мы прокладываем трубы диаметром больше, чем они вообще сейчас есть. То есть сейчас асбестовые трубы там у нас 200 диаметра, а там, где они 200, мы прокладываем 225. Это у нас 225 идет центральная сеть, оттуда уже по улицам у нас идет 140 и 125. На данные трубы у нас 75 лет эксплуатации. Старые водопроводные сети, которым 60 лет, 56, 58, 60 лет, пришли в негодность. Из-за этого не хватает воды. Частые порывы происходят в станице. Из-за этого возникает недоразумение, недовольство людей. Максимально мы, как можем, ремонтируем, восстанавливаем. И все это ремонтируется, делается на благотворительной основе. Население Кордоникской составляет 7650 человек. Благодаря включению населенного пункта в государственную программу развития сельских территорий, проблема водоснабжения наконец будет решена, говорят местные власти. Из водопроводных сетей общей протяженностью порядка 82 километров в этом году планируют заменить 43. Строительно-монтажные работы проходят в южной части станицы. В них задействовано 3 экскаватора, 2 погрузчика и бригада из нескольких десятков человек. Рядом со станицей Кордоникской проходит групповой водопровод «Кордоник-Адыгехабль». 630-я труба. Оттуда будет нам подаваться чистая, прозрачная, соответствующая нормативам и ГОСТам вода. И это улучшит обеспечение и качество, и снимутся все проблемы, которые на сегодняшний день есть. Недовольство, некачественная вода, нехватка воды, порывы. Планируемый срок окончания строительно-монтажных работ – декабрь 2025 года. Али Баташев, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. На этой неделе завершается строительство Карачаевского группового водопровода. Представители регионального Минстроя и дирекции капитального строительства оценивают степень готовности объекта в 92%. На месте проведения работ побывал Артур Мхце. В течение какого времени людям поступит вода вот в этом? В течение 5 дней. Мы, думаю, по этому объекту работы закончим и пустим воду населению. Работы на Карачаевском водопроводе начались в 2019 году. После завершения водой будут обеспечены 9 населенных пунктов, в которых суммарно проживают 26 тысяч человек с общей потребностью 12,5 тысяч кубов в сутки. В настоящее время специалисты регионального Минстроя и дирекции капитального строительства оценивают выполненные работы в 92%. Подключение объекта к этому водоводу уже завершено. Дюкер подключен. В настоящее время вот за мной остается небольшой участок трассы, который нужно на территории площадки подключить. И в течение там нескольких дней мы уже по уже построенному водоводу подключим населенные пункты, которые питаются от существующего водовода, построенному еще в 2013 году. Основные строительно-монтажные работы на объекте подошли к завершению. Смонтированы резервуары, насосная станция, подпорные стены, магистральные водопроводы. Сейчас идет обвязка резервуаров, подключение магистральной и транзитной линий. Далее предстоит подключение магистрального водопровода к существующей сети аула Кумыш. На первых порах поступать в дома будет техническая вода, которая, впрочем, по словам экспертов, полностью соответствует химическому составу воды питьевой. В ежегодных пославиях главы региона он отдельным вопросом это ставит на повестку, ставит это в работу, соответственно, курирующим министерством, ведомством, проводит отдельные совещания с подробным разбором проблематики и способов решения с правительством Карачаево-Черкесской республики. По его поручению республика активно принимает участие в реализации мероприятий
федерального проекта «Чистая вода». В целом за последние 5 лет в Карачаево-Черкесии введены в эксплуатацию 5 водозаборных сооружений. В 29 населенных пунктах построены сети протяженностью 207 километров, что составляет около 10% от общей протяженности сетей водоснабжения в регионе. Также в текущем году реализуются 4 проекта водоснабжения. Все они находятся на разной стадии реализации. На одном из них в Дружбе в скором времени начнутся строительно-монтажные работы, которые позволят снять проблематику, накопившуюся у жителей этого села, а также населенных пунктов Заречный и Псыш. Артур Мхцемих, Акаракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Колхоз племрепродукторе Кубань готовится к уборке урожая. В этом году аграриями сельхозпредприятия были посажены пшеница, кукуруза и подсолнух. О том, как идет подготовка к сбору сельскохозяйственных культур, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. На сегодняшний день в Кубани активно идет подготовка к уборке урожая. Этот сельхозартель является динамично развивающимся сельхозпредприятием. Вот уже много лет под чутким руководством Марины Барлаковой хозяйство продолжает функционировать, обеспечивая стабильность социальной сферы в республике. Идя по стопам своего отца, ученого-агронома Рамазана Айбазова, который вложил всю свою душу в становление сельхозартеля «Кубань», Марина Барлакова старается делать все для его процветания. Я, как его дочь, могу сказать, что до его уровня абсолютно не стремлюсь, скажем так, но сохранить те принципы, которые для него были важны и которыми он в своей жизни не поступался, я стараюсь вот идти именно этим направлением. А зимой пшеница имеет особую значимость в обеспечении продовольственной безопасности населения. Так в этом году в сельхозартели «Кубань» засеяли около 400 гектаров этой зерновой культуры. Уже в середине июля будет проводиться уборка озимой пшеницы в закрома. Семена у нас свои. Мы приобретаем первую репродукцию в основном краснодарской селекции. Семена российские, и потом уже ее распространяем на своих полях в течение 4 лет, потом вновь обновляем. Любая культура, она капризная, к ней нужен очень такой серьезный подход научный. В этом году у нас новый агроном, молодой, достаточно амбициозный, трудолюбивый. Его зовут Умар Козба. Но вот благодаря ему в этом году у нас очень хороший урожай, показатели хорошие по всем культурам. Также в хозяйстве было посеяно около 900 гектаров кукурузы и 200 подсолнечника. Можно увидеть, как аккуратны плодовиты поля сельхозартели «Кубань». Это все благодаря трудолюбию коллектива и грамотной работе главного агронома Умара Козба. Ведь урожайность зависит не только от благоприятных погодных условий, но и от профессионализма аграриев. Обработка почвы, сейчас междурядная культивация, опрыскивание подсолнечника. Готовимся к уборке. Все хорошо, все отлично. Работают все люди, не подводят никто. К сожалению, из-за прошедшего града был нанесен значительный ущерб, где-то около 30%, рассказала руководитель сельхозартели «Кубань» Марина Барлакова. Культура земледелия в этом году у нас хорошая. Вот, конечно, это все благодаря нашему главному агроному, его команде надежной, которые выходят на обработку и в ночную смену. Вот, поэтому, пользуясь случаем, хотела бы выразить им свою благодарность. Все-таки основная нагрузка у нас ложится на нашу тракторную бригаду. Со следующей недели начнется уборка ранних зерновых культур. И мы надеемся, что погода нас не подведет, отмечают аграрии. Алихан Лепшоков, Зумрад Гербекова, Миха Каракелян, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Служба Родине – почетное, достойное дело, которое позволяет ощутить свою причастность к великому общему делу. Так считает военнослужащий Александр Винников. Он несет службу в зоне СВО, защищая интересы своей страны. Подробности у Али Баташева. Я пошел туда, на зону СВО, чисто только, чтобы не было нацизма в мире. Вот и все. Его нужно закончить там. Сейчас он дома на реабилитации после 2-го ранения. Рядом любимая жена и дочь. Поддержка и забота второй половинки творят чудеса. Александр Винников вновь готов к выполнению боевых задач в зоне СВО. В 2012 году уроженец Волгограда Александр Винников приехал в нашу республику для прохождения срочной службы. Понравилось, остался здесь, продолжив служить по контракту. Уехал на СВО. В настоящее время командир отделения в звании сержант.
В Запорожье подразделению под его командованием удалось нанести серьезный урон противнику. Александра наградили знаком отличия ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом 4-й степени, медалью за отвагу и медалью Суворова. Если ты чувствуешь ответственность за свою страну, если ты чувствуешь, что твоей стране нужна помощь, то, безусловно, нужно идти и помогать. Потому что очень много ребят, которые идут не за деньгами, а идут туда именно потому, что нужна помощь стране своей. Сейчас Александр собирается в очередную командировку в зону спецоперации. Так же, как это было после первого ранения. Только все сплочились, это как стала моя вторая семья. Вот. И я созванивался с ребятами, когда я был здесь, я созванивался с ребятами там. И они мне: «Саня, тебе так не хватает, Саня, тебе так не хватает». И я все, и не мог. Я знал, что у меня есть здесь семья, конечно, моя жена, дочь. Но они в безопасности, поэтому, а там ребятам нужна помощь. И все, я не стал ничего проходить, никакие комиссии, и прямым рейсом туда сразу. Быть женой военного тяжело, но почетно, считает супруга Александра Алена. Я мужем очень горжусь, он наш герой, он непробиваемая наша крепость, наша защита, опора. Конечно, горжусь, люблю, всегда стараюсь поддержать, как могу. Сильная любовь, все вместе переживем, все пройдем, я рядом всегда буду. Несмотря ни на что, как бы тяжело и трудно не было, мы всегда его ждем, всегда верим. Считаю, что сейчас наша армия набрала сильный оборот. Мы сейчас знаем многое. Противник почти сломлен. Я считаю, еще чуть-чуть, и мы достигнем своих целей и закончим СВО. Как и многие россияне, Алена будет ждать возвращения мужа с надеждой и любовью. Али Баташев, Вести Карачаево-Черкесия. Они прожили бок о бок не один десяток лет, являются примером крепкой семьи, вырастивших достойных детей и воспитывающих внуков. 8 июля, в День семьи, любви и верности, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темреза вручил государственные награды супружеским парам, которые являются образцом надежности и незыблемости семейного очага. Мадина Каракетова подробнее. Тамара и Султан Хамид Такаковы в браке 51 год, вырастили и выпустили во взрослую жизнь 4 детей. Сейчас принимают активное участие в воспитании внуков. Такаковы в числе семей, о которых говорят, образцовая, крепкая, и сегодня они получают из рук главы Карачаева-Черкесии медаль за любовь и верность, за то, что их брак не разбился о быт и повседневность. Этот суровый экзамен, увы, выдерживают не все молодые семьи. Поставили на ноги своих детей, сумев указать им верную дорогу в такой непростой жизни. Секретом долголетия своего брака Такаковы называют мудрость обоих супругов, ответственность за рожденных в этом браке детей. Никогда не ругались, никогда не ругаемся, живем хорошо. Дети определенные, у них свои детки. Аллах дал, и все. Все вышли. А так нормально все дома. 9 внуков у нас. Все живы, здоровы, внуки, дети, все нормально у нас. Это история не только семьи Такаковых, но и каждой из семей, проживших в крепком браке 25 и более лет, ставших образцом крепости семейных устоев. Обращаясь к ним, глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов подчеркнул, что он абсолютно уверен в том, что рождение детей и их достойное воспитание – самый важный труд. Самая большая награда для всех вас и для меня лично – это видеть здоровыми, успешными и счастливыми наших детей. Российские семьи – это основа нашего общества. Это не только продолжение рода, но и всего российского народа, многовековой отечественной истории. Как отметил на открытии года семьи наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, именно в семье укоренены наша культура, идентичность и наш национальный характер. Глава республики Рашид Темрезов отметил, что в Карачаево-Черкесии каждая четвертая семья многодетная, и большая и дружная семья – наша национальная традиция. И благодаря сохранению традиционных семейных ценностей, а также принимаемым мерам поддержки, Карачаево-Черкесия входит в число регионов России с высоким уровнем рождаемости. В нашей республике вопросам поддержки демографии, материнства и детства уделяется приоритетное внимание. Вы наверняка знаете, что в республике учрежден почетный знак «Материнская слава», которая вручается женщинам, родившим и воспитавшим 5 и более детей. Ну и принято решение, что в этом году мы полностью снимаем очередность, и этим знаком будут награждены все многодетные семьи, в которых растут
5 и более детей. На региональном уровне принят ряд мер финансового и нефинансового характера, направленных на поддержку материнства и детства, которые мы ежегодно расширяем. Также Рашид Тимрезов довел до сведения присутствующих, что одновременно с этими мерами правительство республики прилагает все усилия для развития социальной инфраструктуры, для полноценного развития и образования детей. И это тоже важная часть реализации демографической политики России. Любовь и взаимопонимание, которые сохраняются в таких крепких семьях, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов назвал самой важной поддержкой, поскольку именно в семье закладываются глубокие нравственные и патриотические основы личности, уважение к своей истории и любовь к стране. Наталья и Николай Вычиковы, которые в этом году отмечают золотую свадьбу, 50 лет совместной жизни, от имени всех семей обратились к главе Карачаево-Черкесии. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за то, что вы уделяете много внимания семьям, материально обеспечиваете. А все семьи хочу поблагодарить за то, что вы крепко прожили такую большую жизнь. И желаю всем семьям нашей любимой Карачаево-Черкесии, нашей любимой родины России, мира, добра и процветания. Мадина Каракетова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Главнее всего погода в доме, а все, что кроме, можно вспоминать и радоваться всю жизнь. Семья Шуровых отметила 63-летие совместной жизни. Как пронести через года доверие, любовь и преданность? Теплоту семейного очага ощутила и узнала секреты создания крепкой семьи Майя Хамдохова. В семье Шуровых радостное событие. 63 года вместе рука об руку. Супружеская пара Юрий Абдуллахович и Лиля Айсовна принимают поздравления от самых дорогих и близких им людей. В рамках празднования Дня семьи, любви и верности к пожеланиям присоединились почетные гости. Представители администрации Хабетского района, сельского поселения, управления ЗАГС Карачаево-Черкесии, представители общественного движения Адыга-Хаса. В районе вы известная семья. Вас знают, уважают, почитают за весь тот путь из жизненный, который вы проделали. Я хочу вас поздравить, пожелать мирного неба, здоровья, счастья, процветания, чтобы вы увидели счастье ваших правнуков. Я вас поздравляю. Юрий Абдуллахович и Лиля Айсовна уверены, что, несмотря на тяжелые времена, им удалось пронести через года преданность и верность друг другу. Они достойно воспитали и вырастили 4 детей. Сегодня их окружают 9 внуков и 19 правнуков. Слова благодарности и трогательные поздравления в этот день в адрес горячо любимых дедушки и бабушки прозвучали от внучек из далекого Урала. Мы, ваши внуки и внучки, горды тем, что перед нами есть пример такой благородной и уважаемой пары. Мы вам желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Мы вас очень любим и каждый раз ждем с нетерпением встречи с вами. От имени главы республики Рашида Тимрезова и главы администрации Хабетского района семье Шоровых вручили удостоверение со знаком отличия «Образцовая семья Карачаево-Черкесской республики». Из рассказов Юрия Шорова на пороге их детства стояла Великая Отечественная война. Они дети, повзрослевшие очень рано. И несмотря на тяжелое детство, мы смогли преодолеть все преграды. И секрет нашей крепкой, дружной семьи очень прост. Любите и уважайте друг друга, несмотря ни на что. Обратился к молодым семьям глава семьи. Я им желаю всего хорошего, чтобы на небе было мир и счастье. И если не секрет, как вы познакомились? Ну, здесь такого секрета у нас ничего нет. По соседству жили, познакомились и поженились. Благодаря нашей матери. Ну, у меня мать была, отец не было, мать говорит, вот соседка хорошая, забери замуж. Я забрал ее. Древняя мудрость гласит, что мужчина в своей жизни должен сделать 3 вещи – построить дом, посадить дерево и вырастить сына. И в день семьи, любви и верности образцовая семья Шоровых подтвердила свой статус крепкой дружной семьи не только грамотами, но и большим жизненным опытом.
Майя Хамдохова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. Граница, расстояние и национальность – не помеха для любви. В Архызе 4 пары на высоте 2500 метров соединились узами брака. На свадьбе в горах побывала Альбина Ламкова. Здесь атмосфера спокойствия и красоты, которую невозможно передать словами. К церемонии бракосочетания почти все готово. Скоро торжество начнется, где счастливые пары соединят союзом крепкой семьи. И первая их высота на вершине горы уже будет взята. Он из Сирии, она из Черкесска, но это не помешало им строить отношения. Рамадан и Олеся познакомились 8 месяцев назад. Через короткое время он сделал предложение, а сегодня уже свадьба. Познакомились мы в ресторане в Кисловодске. Мы сидели с подружками, он подошел ко мне, пригласил на танец. Чтобы семья была крепкая, дружная, что нужно? Уважать и любить. Именно уважать и любить – основа крепкой и счастливой семьи. В этом уверена его теща Светлана Махмудова. В свое время она тоже сделала выбор и не разочаровалась. Родители тоже разные. Мама белорусская, отец русский. Сама вышла замуж, муж дагестанец. Вот. Дочь вышла тоже в Баку, старшая тоже. И сейчас вот младший сын тоже женился. День семьи, любви и верности останется в памяти у каждого участника свадебной церемонии. Гости, прекрасная музыка, регистраторы, душевные пожелания, а еще потрясающий горный пейзаж и самый главный документ семьи уже в руках. Теперь вы семья. Ты муж, а ты жена. Большое желание устроить необычную, но уже популярную церемонию бракосочетания на высоте 2500 метров в Архызе воплотили в жизнь Ярослава и Кристина. Они приехали из Екатеринбурга. Их свидетелями стали только горы. Это получилось замечательно, прекрасно, с невероятными видами, невероятным воздухом. Ну, пока что в России больше, наверное, таких мест не найти. Ну вот, наверное, это самое лучшее. Это самое главное. Это самая лучшая свадьба в нашей жизни. К своей невесте Оксане в нашу республику, преодолев около 15 тысяч километров, приехал Руслан Бунг. Он из Владивостока. Молодожены знакомы всего лишь полгода. И виделись 4 раза. Просто, так сказать, любовь с первого взгляда. Мы сразу поняли то, что ну, мы друг от друга никуда. И уже мы готовы. Поэтому мы решили не тянуть и сыграть свадьбу. В завершении торжества молодоженам вручили памятные подарки от всесезонного курорта Архыз, а затем фуршеты и поздравления от близких. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия, Архыз. В Черкесске в рамках Всероссийской недели правовой помощи состоялась бесплатная юридическая консультация граждан республики по вопросам защиты интересов семьи. Консультации проводят студенты СКГ под чутким руководством практикующих адвокатов. Мероприятие приурочено к году семьи. В ходе приема разобрали ряд вопросов. Организаторами мероприятия было обращено внимание на то, что важно обращать внимание, какие документы подписывает человек. А если есть необходимость в получении консультации юриста, важно не откладывать и узнать ответы своевременно, чтобы потом не было проблем. Было достаточно много интересных вопросов, которые касались правовых ситуаций. Это в том числе и расторжение брака, и алиментные обязательства, как они исполняются на разных этапах и стадиях. И в том числе, несомненно, вытекающий из этих вопросов раздел совместно нажитого имущества. В первую очередь, прежде чем принимать какое-то важное решение для себя, необходимо обратиться, если не за платной консультацией, то в таких вот, в рамках таких вот бесплатных дней оказания помощи, которых много в нашем регионе, необходимо обратиться за консультацией бесплатной, получить уже алгоритм действий, исходя из этого уже решать все свои насущные вопросы. По приглашению архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов и спикер парламента Александр Иванов посетили Никольский собор в Черкеске, где в течение 3 дней находилась Казанская икона Божьей Матери. Феофилакт рассказал об истории образа. У православных верующих эта икона считается одной из главных святынь покровительницы Отечества. Архиепископ поблагодарил за организацию пребывания святыни, в том числе за обеспечение безопасности граждан. Рашид Тимрезов посетил также музей
музей истории церкви и казачества в Никольском соборе. Осмотрел специальную экспозицию, посвященную службе наших земляков в зоне СВО. Абсолютно уверен, что Карачаево-Черкесия является примером согласия и взаимоуважения людей разных национальностей и вероисповедания. Все люди сегодня объединены одной целью, чтобы наша страна с каждым днем становилась сильнее и могущественнее, в том числе благодаря нашему духовному единству, отметил глава республики. Икона Казанской Божьей Матери прибыла в Черкесск в рамках Всероссийского молебна о победе. Образ встречали лидеры духовенства, представители власти и верующие из разных регионов СКФО. Подробности у Али Баташева. Главную святыню Всероссийского молебна о победе, московский список чудотворного образа Казанской Божьей Матери, встретил архиепископ Феофилакт. Икона русской победы, перед которой молились Минин и Пожарский и несколько поколений россиян, написана в 1580 году. Встреча образа напоминала пасхальное торжество, звон колоколов, множество верующих в храме и вокруг него, царящая вокруг атмосфера воодушевления и надежды на помощь свыше. Мы горячо будем молиться перед ней о том, чтобы ее материнским заступничеством Бог подарил всем нам мирную жизнь, чтобы Господь подарил нам радость видеть своих сыновей, своих друзей, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Помолимся ей о том, чтобы она укрепила их в мужестве, укрепила их дух, ну и, конечно, чтобы и наш дух был крепок. Святыня прибыла на 2 дня и 2 ночи по благословению патриарха Кирилла в рамках Всероссийского молебна о победе, который охватит 60 городов России. Мы, казаки, обязательно будем молиться за победу нашего оружия на Украине, чтобы добить там этот фашизм и искоренить его до конца, чтобы его больше никогда не было. Иначе не может. Сейчас по России идет крестный ход с этой иконой. И мы все молимся о наших воинах, о том, чтобы скорейшая наступила победа, и чтобы все наши ребята вернулись домой живыми и здоровыми. И вот мы все собрались здесь для того, чтобы встретить эту иконочку и помолиться Царице Небесной. Сразу после внесения образа в Никольский собор Черкесска духовенство во главе с архиереем совершили перед иконой праздничный молебен. По традиции первыми к святыне приложились священники, а затем и миряне. Просили Царицу Небесную о самом сокровенном, но общие просьбы были о победе и возвращении наших бойцов живыми и здоровыми, вере, надежде и любви. За время нахождения иконы в соборе духовенством были совершены молебен о даровании победы, крестный ход, а органами правопорядка организована усиленная охрана всех богослужений. Али Баташев, Ольга Савенко, Миха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи.